С 11 по 14 августа в ландшафтном парке «Остров мечты» прошел фестиваль «День Индии». Он уже состоялся в 7-й раз. В этом году он посвящен 75-летию установления дипломатических связей между нашими странами. В программе «Беззаботные танцы», «Эрос-писи хной», «Индийский базар», «Изучение хинди», «Медицинские и спортивные практики», «Просмотры индийского кино», «Грандиозное шествие колесницы» и многое другое. Все мероприятия бесплатны. «Остров мечты» на время праздника стал пространством, объединяющим русскую и индийскую культуру. Для посетителей было около 100 зрелищных атмосферных мероприятий. Тема фестиваля в этом году – это «Экология и здоровый образ жизни». В образовательной части программы – уроки хинди, мастер-классы по приготовлению индийских блюд, занятия национальными танцами. Модные показы костюмов продемонстрировали десятки моделей современных и традиционных сари. Мы здесь были 12 числа, и несмотря на мелко моросящий противный дождь, народ потихонечку собирался. И я вам скажу, что к концу вечера здесь так было весело, особенно когда разбрызгивали, раскидывали вот эти цветной песок. Я даже не знаю, как правильно это называется, но мне тоже попало. А тем, кто случайно превратился в радугу, предусмотрительно раздавали влажные салфеточки. А давайте-ка мы просто посмотрим с вами. Это хной, да? Ага. И надолго она остается? Ну, по-моему, крайне неделю, или, ну, может, 10 дней. Ведь сразу же лотерея? Да? Что это значит? Машина, видишь? Машин? О, видишь? А что это такое? Макет. Девушка, что это? Маракуйя какая большая. Прямо как Москва-Сити. Thank you.
красавец, да. Слушайте, а в чем разница, когда установ хобот вверх или хобот вниз? Это... Хобот вверх – это радость. Это но, хорошо. Хобот вниз – это боевой. Боевой вниз, да, получается? Что? Не, не получается. Я не могу.